Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире тема дня «Комментарий» в студии Ирина Чекунова. А в гостях у меня Александр Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного русского народного собора, руководитель Тверского регионального отделения объединения историко-просветительских обществ наследия империи», заместитель председателя общественного совета УФСИН России по Тверской области. Александр, здравствуйте. Добрый день. У нас оказались письма, вот мне передали буквально перед эфиром письма, которые написали э, женщины, молодые девушки, которые находятся сейчас, отбывают срок в исправительной колонии номер 5, что в в волочке. И каждое такое письмо, вот я почитала перед эфиром, перед эфиром буквально крик души, но главное действующее, главное действующее лицо каждого письма это наркотик. Тот, который сломал, тот, который разделил жизнь на то, что было до него и то, что было после. Были мечты, были планы, да, была любовь, не Осталось ничего, осталось только колония и решетка и ожидание того, что в следующей жизни после освобождения все будет по-другому. Мы с вами цитировали уже Николая Новикова. Хотелось процитировать еще раз. К сожалению, никогда ничего не вернуть, как на солнце не вытравить пятна. И в обратный отправившись в путь, все равно не вернешься обратно. Это истина, очень проста но она точно смерть не приложена. Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно. Назад для того, чтобы отмотать время и сделать что-то правильно. Я надеюсь, что люди, которые писали письма, как это вообще все возникло, у нас 12 мая состоялась встреча с осужденными пятой колонии, исправительной колонии вышнего волочка это женская колония, общего режима, потому что у женщин нет строгого режима, там отбывают наказания женщины, совершившие все правонарушения, от мелкой кражи, распространения наркотиков, мошенничества до убийства. Соответственно, разные сроки отбывания наказаний. И вот с нами присутствовал. Михаил Висолович Лебедев, заместитель руководителя управления на России Тверской области, он вышел с таким предложением. Напишите, пожалуйста, письма. Мы их зачитаем тем людям, которые, возможно, уже встали на этот путь, возможно, хотят это попробовать в качестве просто интереса, для того, чтобы они немножко задумались об этом. Вот, я хотел, если вы позволите, зачитать да, еще да, одно да. письмо, оно это очень важное, мы писем тоже его довольно читали. довольно-таки много, в каждом исповедь. Но, но это письмо нужно прочитать, потому что оно достаточно философское. Письмо тебе. Если ты сейчас читаешь это письмо, значит, я уже мертв. Помнишь, какими красками играла наша жизнь? Помнишь, как тебе улыбалась самая красивая в мире женщина? Помнишь, заливистый смех твоих детей или тех детей, которым так не суждено было родиться? Ты помнишь? Значит, ты еще жив, значит, ты все можешь изменить. А я не помню ничего, только постоянно бьет озноб, очень страшно, и болит все внутри. Холодно. Теперь холодно всегда. Я часто появляюсь в твоем дорике. Да, теперь там построили детскую площадку, и там играет мой сын. Сегодня ему 5 лет. Это его третий день рождения без меня. Он больше меня не помнит. Теперь у него самый лучший отец любой мальчишка бы гордился таким папой. У него большой черный жип, своя фирма, он мастер спорта по боксу, а рядом с ним моя самая любимая в мире женщина, теперь она улыбается ему. В те редкие минуты, когда она приходит ко мне на могилу, мне хочется ей кричать, что я ее люблю, что я, хотел все бы, я бы хотел все исправить. В те редкие мгновения, как жаль, что больше она меня не слышит. Зато слышит, слышишь меня ты. Я очнулся на холодном белом полу. Этот противный резкий ровный звук, что это? Это аппарат показал, что сердце мое больше не бьется. Помню этот холодный звук молнии, который застегнул навсегда мою жизнь. Вот я хочу на этом остановиться в моменте и сказать и прочитать последнее предложение. Да, тогда я думал, что я герой, что я сильнее любого наркотика. Я попробовал все и всегда. Мне нравилась та уверенность, позитивное настроение, все то, что я брал у наркотика до того момента, когда мы не поменялись местами и наркотик не начал брать у меня. И он оказался сильнее. Он всегда сильнее, только не в случае с тобой, правда? Я не хочу, чтобы в твоей голове била фраза что я не могу ничего изменить. У тебя есть время все исправить. Скажи, наркотикам нет. Вот, я считаю, это не то чтобы какая-то даже исповедь, а это такой немножко философский подтекст на самом деле. Да, мы видели много фильмов, которые снимаются, когда люди вроде как оказываются мертвы, и они видят, что с ними происходит. Вот, вот здесь как раз можно что-то вернуть, можно послушать. Мы, мы всегда будем говорить на эту тему ровно столько, Ирин, сколько у нас хватит сил, сколько нам будет позволять эта студия, время, потому что подлежащий камень, вода не течет. Это очень важно, тем более, что вот если сейчас говорить о том, что пишут люди, которые уже в колонии, и они верят, что дальше жизнь у них будет без наркотиков, как помочь им сделать так, чтобы дальше эта жизнь была без наркотиков, чтобы они обратно не попали сюда, в колонию? Здесь мы должны подходить к этому вопросу всем миром. Вот сейчас мы от общественного совета, управления Федеральной службы исполнения наказания России и Тверской области, вот хотим, работаем над созданием проекта так называемого Центра социальной реабилитации. Он может называться реабилитацией, он может называться адаптацией. Здесь более правильно, наверное, все-таки адаптация, потому что реабилитация происходит уже в рамках колонии. У нас когда попадают осужденные в колонию и из следственные изоляторы после суда и оглашения приговора, они проходят программу ресоциализации. Эта программа получает, включает в себя и получение образования того или иного, да, рабочей специальности и так, далее, и так далее. Соответственно, общение, в том числе в равном в себе коллективе, оно тоже приводит к определенным факторам. Да? Когда кто-то учится на чужих ошибках, это хорошо, если это происходит. Этот центр адаптации должен находиться в городе непосредственно. Я говорю, может, это будет окраина, может, это будет промышленная зона не имеет значения. Здесь, конечно, нужна нам помощь. Но нужна помощь и правительства, и руководителей города. Может, это будет какая-то, в какой-то промзоне помещений, ну, соответственно, оборудовано светом, водой и так далее. Мы хотим создать так называемую социальную гостиницу. Вот осужденный освободился, ему некуда идти он может туда прийти, провести там время до трех месяцев, пока он не обустроится, не найдет себе какую-то работу. Они там будут работать, соответственно, это, возможно, будет не высококвалифицированно, но у нас вот, например, там 65 автобусов, да, их нужно мыть, то есть, вот, например, да мыть общественного транспорта, саш. косить траву, сухостой, угу. там, убирать какую-то даже убирать мусор. Вон у нас в Ложбинах рек, посмотри, что творится, первомайская речь угу. что творится и так далее. Эта работа, да, мы будем искать людей, которые будут давать эти заявки, и которые будут это оплачивать. Три месяца они будут там, они будут находиться. Они будут понимать, что они нужны обществу, что на них никто не плюнул, что их никто не отверг. И они не вернутся назад в колонию, потому что им там хорошо и привычно по нарастающей экспоненте совершив правонарушение, возможно забрал уже не дай бог что-то жизнь вот этого как раз происходить не будет в этом случае. У нас мы будем перенимать опыт наших казанских коллег в ближайшее там, время. Там, есть такой, там есть такой центр, он очень активно действует и, в общем-то, мы хотим попробовать это ре реализовать в рамках Тверской области, потому что у нас колоний много и, в общем-то, основная статья 228 часть. Ну то есть вы будете что называется держать руку на пульсе и доведете да. это до конца. Бесспорно, бесспорно. А, потому что о реабилитационных центрах, которые существуют, мы говорили много, не всегда это приносит должный результат. Надо, да, надо мы там помочь. же будем предполагать, что там будет находиться и врач, который будет, соответственно, за медицинским состоянием наблюдать. То есть, возможно, там будут находиться психологи, которым мы будем приглашать для общения и так далее, и так далее. Также я хочу анонсировать следующее мероприятие, которое пройдет у нас в начале июля в рамках проекта «Слово пастыря», который организует Всемирный Русский Народный Собор и Общественный Совет в России и Тверской области. Владыка будет посещать у нас 10-ю колонию, это город Вышний Волочок. Почему именно эту колонию? Потому что там сидят уже люди с рецидивом. Повторно. Нет, это не Вышний Волочок, это 10-я Васильевский мох, да, mm -hmm. Васильевский мох, Вышний Вышнем Молочке mm -hmm. говорит mm -hmm. сейчас. Они сидят уже повторно, совершив правонарушение, это строгий режим, то есть там уже гораздо серьезнее вот, и степень наказания, и сроки, и так далее, и так далее. И там будем общаться тоже с Михаилом Владиславовичем Лебедевым, который с нами туда пойдет общаться по наркотической ситуации, а также мы проведем беседу о профилактике терроризма и экстремизма. Что очень важно. Что потому очень что важно человеку сейчас, то, что мы говорили, он может попасть как в лапы наркотиков, так и так в лапы. стать пехотой да, в пехотой, руках э, неких иногентов, которые к сожалению, да, для определенных это легкая она, добыча. Легкая добыча. Вот этим летом что, что еще ждет? Это мы не говорим, что вот так вот для галочки вы делаете. Это реальная работа, да? А как тот круглый стол, который проводился весной да, 2022 года в епархии, ведь он же тоже уже наращивается, скажем так, добрыми делами. Вы знаете, во-первых, мы получили очень большое количество обратной связи. Вот. И это и шло... Школы захотели пообщаться. Вот я считаю, что мы обязательно с Михаилом Владиславовичем, с Лебедевым посетим школы по выбору тех, которые хотят это сделать, и пообщаемся с педагогами непосредственно. Потому что мы знаем четко формулу, да? располагаешь информацию, значит вооружен. Лучше упреждать ситуацию, действовать на опережение, чем констатировать факты, бороться с последствиями, не устраняя причин. Нам не в силах устранить эту причину, к сожалению. Но мы можем минимизировать следствие и выработать такую форму, как быстрое действие. Быстрая реакция на то или иное противоправное действие, которое может возникнуть. А это и общение, в первую очередь, да, с педагогами, для того, чтобы они донесли это до родителей на классных часах. Мы понимали и говорили об этом уже неоднократно. Родители должны быть очень бдительны. Если ребенок приходит с дорогими гаджетами, в дорогой одеждой, которую родители не могут ему позволить, и реагировать правильно на фразу «я выменял это на вкладыш от жвачки», ну, это как минимум глупо. Нужно задуматься, что такого происходить не может, это в сказке никто не живет. Соответственно, многие не понимают, что беда, она не просто стоит у порога, она уже в доме, и там уже несколько недель, а может быть даже месяц живет. И когда происходит страшное, это такой удар, от которого многие оправиться не могут. Вся жизнь, как говорится, она идет под откос, можно так сказать. Поэтому здесь бдительность и внимание в первую очередь в семье, педагогических коллективах, составах, ну и, соответственно, в тех спортивных секциях и в тех социальных программах, в которых задействованы дети. То, о чем говорил Александр Абузов. Да, вот Тем более, что у нас есть возможность совершенно бесплатно заниматься спортом. Также вот в рамках этого круглого стола, э, и реабилитационный центр, это тоже в рамках этого стола вот у нас э, возникла такая идея, скажем так, перенять опыт коллег. Также вот в июне мы планируем провести круглый стол на такую тему, утверждение основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно нравственных ценностей. Этот законопроект вынесла, первый попал на обсуждение в общественной палате Российской Федерации. У нас был в гостях с визитом Александр Васильевич Воронцов, член общественной палаты Российской Федерации, по президенте Российской Федерации. И вот как раз мы обратились к нему с просьбой помочь по предпринимательному центру и в этом вопросе. Ведь очень важно, там будут обсуждаться, какие ценности существуют в России на сегодняшний день. И те поправки к Конституции, которые были внесены, да, что семья угу. это союз мужчины и женщины, угу. а не э, партнера 1.2, да, 1.1.3. Трансгендера говорят? 1, Ты трансгендера 2. На, на ну, мы не можем. Это не наша ментальность, это не наш путь, это не, это не про нас. У нас цел, целые семьи, нормальные семьи, одухотворенные семьи и в которой будут рождаться дети, настоящие патриоты и верующие люди. Я думаю, что мы поговорим еще в нашей программе об этом круглом столе. Буквально несколько секунд общий совет жителям региона ваш. Не оставаться равнодушными. Что самое главное, не оставаться равнодушными. Во-первых, Михаил сказал на эту тему, да, вот просто звонок 02, если видите некое правонарушение, которое происходит на ваших глазах, все видят закладчиков, которые перекопали весь город, как кроты, пожалуйста, звоните, сигнализируйте об этом. Возможно, знаете как, едет машина и не пропускает скорую. Когда-то я видел такую рекламу по телевизору. И они не пропускают. Молодая пара смеется, смеется и доезжает до своего дома. А скоро ехала к их сыну, и он умер. Вот это страшно, понимаете? Вы подумайте о том, что, возможно, кто-то там копает для того, чтобы дать содержимое этого пакетика именно вашему ребенку. И вы об этом не знаете. Пожалуйста, бдительность. И чтобы вы были неравнодушны вот к этим надписям на стенах, к всему, о чем мы говорили. Это касается всех. Это касается завтрашнего дня, наших детей, нашего будущего. Спасибо, уважаемые друзья. У меня в эфире был Александр Лукинчук, заместитель председателя Общественного совета управления Федеральной службы исполнения наказания России по Тверской области. Ну и другие звания уже перечислять не буду. Спасибо огромное, Спасибо надеюсь, большое. что к вашим советам прислушаются и что Спасибо. жизнь многих большинства жителей нашего региона будет без наркотиков. До свидания.